Всем привет, дорогие подписчики! В этом уроке я покажу, как скруглять углы. Нарисуем квадрат. У нас слишком толстый получился. Вот. Теперь, чтобы скруглить все углы, нам необходимо выделить его и нажать инструмент прямое выделение. Нажимаем. У нас появились такие вот кружочки, за которые мы можем потянуть и скруглить углы до необходимого нам размера. Можно скруглять углы по одному. Выделяем угол так, либо нажимаем на него и тянем. Также с другим, с третьим и с четвертым. Можно сделать еще так. Выделяем угол, скругляем, зажимаем Shift. У нас появилось две точки рабочие. И скругляем уже два угла одновременно. Зажимаем Shift. И уже идет скругление трех углов. Все. У нас появилась красная линия, которая показывает, что именно в этих участках скругление невозможно. Следующий способ. Выделяем наш квадрат. И у нас появляется сверху скругление. Нажимаем на него. Здесь стоит радиус. Можем поставить 50. Давайте поставим 150. Вот. И тип скругления. Такие углы. Или такие. Вот и все. Теперь вы узнали два способа скругления углов объектов. Надеюсь, урок был вам полезен и пригодится для дальнейшей работы в иллюстраторе и на фотостоках. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока!